На этих кадрах 5000 детей вместе произносят такбир, возвеличивают Всевышнего Аллаха. Все это происходит в знаменитой мечети Айя-София в Стамбуле. Дети – участники летней школьной встречи, которую проводил Турецкий молодежный фонд. В этом году наши летние школы активно проходят в десятках провинций Турции. Обучается 120 тысяч учеников. Четверть из них в Стамбуле. Школьники участвуют в спортивных и культурных мероприятиях. Им прививаются основные традиционные ценности. Масштабная встреча в мечети Айя-София завершилась коллективным намазом. Напомним, ранее отмечалось 2 года с того дня, как Айя-София снова открыла свои двери в качестве мечети. За последние 12 месяцев ее посетили более 6,5 миллионов человек. Айя-София в Стамбуле остается одной из самых посещаемых достопримечательностей в Турции.